Шестой класс, десятая серия. Три груши, еще три груши, еще три, еще три и еще три. Сколько всего? Чтобы ответить на этот вопрос, можно выполнить сложение, а можно умножение. Пять раз по три. Множитель, множитель, произведение. Допустим, надо разделить. 15 груш на 5 равных частей, на 5 человек. Так, каждому даем по одной. Вот, выдали каждому по одной груши. Так, еще по одной каждому. Уже у каждого по две. И оставшиеся груши еще по одной каждому из пяти. 15 разделить на 5, 3. Делимая, делитель, частная. Четность. Так, числа четные делятся на 2, без остатка. Любое четное число можно представить в виде произведения. Первый множитель 2, второй множитель n принимает значение, если мы говорим о неотрицательных числах то это 0, 1, 2, 3 и так далее. Нечетное число. При на 2 дает остаток 1. Нечетное число отличается от четного на единицу. Вот формула нечетного числа. Давайте рассмотрим четность суммы. То есть в каком случае сумма будет четна и в каком нечетна. Первое свойство четности суммы Сумма любого числа четных слагаемых четна. Если все слагаемые числа четные, 2 выносим за скобки. И сумму можно представить в виде произведения, где первый множитель равен 2. То есть сумма будет четна. Второе свойство. Если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. Допустим, два нечетных числа. 1 плюс 1 – 2. Выносим двойку за скобки и получаем формулу четного числа. Третье свойство четности суммы. Если число нечетных слагаемых нечетно, сумма нечетна. Допустим, одно нечетное слагаемое, остальные четные. Выносим двойку, 2 умножить на целое число значение будет четно. Если к четному прибавить 1, получится число другой четности, нечетное. И задача про монеты. Есть монета достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Можно ли разменять 200 рублей так, чтобы монет было ровно 55? И можно использовать монеты достоинством 1 рубль или 5 рублей. Третье свойство четности суммы. Если все слагаемые числа нечетные, 1 и 5 это числа нечетные. И если этих слагаемых будет нечетное число, то их сумма будет нечетна. 200 получиться не может. Разменять нельзя такая задача дочери сейчас 8 лет маме 30 через сколько лет мама будет в три раза старше дочери за x обозначим вопрос задачи через x лет дочки будет 8 плюс x а мама станет тоже старше на x лет Мама в три раза старше. Значит, если возраст дочери умножить на 3, получится возраст мамы. Раскрываем скобки, решаем уравнение. Когда х и слева, и справа от знака равенства, мы можем и слева, и справа вычесть одно и то же число. х 24 плюс 2х равняется 30. Как найти неизвестное слагаемое 2х? 30 минус 24 это 6, а х в два раза меньше, чем 6. Значит, х равен 3. Через 3 года дочке будет 11, маме 33, в 3 раза старше. Сколько нулей в конце произведения? Всех натуральных чисел от 1 до 35, включительно. Ноль в конце произведения появляется, когда число, делящееся на 5, умножается на четное число. Четное число в разложении на простые множители дает двойку. Вот в таком случае у нас получается ноль в конце произведения. Числа от 1 до 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. В разложении на простые множители они содержат пятерку. Среди этих чисел есть число, содержащее две пятерки в разложении на простые множители. 25 – это 5 умножить на 5. То есть эта пятерка при умножении на четное даст 0, и это тоже даст 0. 25 умножить на 4. Сколько будет? 100 два нуля в конце. Итак, ответ: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 нулей в конце произведения. Так и такая задача: к числу 35 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 15. 15 – это 3 умножить на 5. То есть число должно делиться и на 5, и на 3. На 5 делится числа, которые оканчиваются на 0 или на 5. На 3 – сумма цифр которых делится на 3. Так, допустим, в конце 0. Значит, нам осталось подобрать такую цифру, чтобы сумма цифр делилась на 3. Вот это первый вариант. Сумма цифр в данном случае получается 9. Это второй вариант и третий. Итак, три числа, когда 0 в конце. Так, ну в конце может быть и пятерка. Еще три варианта. Вот так, чтобы сумма цифр делилась на 3. Значит, здесь сумма цифр 15, здесь 18, а здесь 21. Значит, 6 вариантов возможно. Данная Задача имеет шесть решений.